Российские политики, которые лично знали Бориса Немцова, выразили соболезнования его семье. Многие из них собираются прийти сегодня на Москву. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев полагает, что это преступление было попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. Он не исключил, что убийство Немцова может стать предметом политических спекуляций. Кто-то может просто воспользоваться этой ситуацией, покушение на такую крупную или фигуру, все-таки политическую, общественную, которую знает вся страна, готова спровоцировать. Надо найти, приложить все усилия, потому что у нас чаще всего в таких случаях остаются без полиции.